Слава Сыра. У нас есть особый разговор с тобой сегодня. Слава Сыра, каких разговоров с тобой вчера? Я вам так рассказываю. А что ты пасахаю? Что вы должны быть здесь? Да ты ей даешь в виду. Не столько сердца. До клеточного уровня. Каждой клетке есть хромозом. Каждом хромозоме есть ДНК. Каждом ДНК есть ген. В каждом гене есть атом. Атомы есть электрон, позитрон, нейтрон. И между ними есть энергия. То с тех пор надо идти слава Внутри. И стойте перед этим человеком. Смотрите пристально на глаза. И скажите мне. Я тебе задам сейчас один вопрос. А что тогда ждет на глаз? Сколько вопросов? Различными словами, да? А но сушка слабо. Вопрос очень простой. Ладно, тебе вопрос. Ответ не просто. Ответ не просто. Теперь надо думать. Да, реки думать. Перед тем, как ты ответишь. Не торопись. Не ступи. Думай и отвечай. Головок и рацики. Только честно. Но ты ты сажи не будь. Положи руку в сердце. Подъек, ранкер, и честно отвечай. Ты сажи не рацики. Обратного шага нет. Отдал керамера. Господи, такие условия. Ешь, только смотри мои глаза, отвечай. Очень важно смотреть. Потому что у нас такая хорошая привычка. Когда кто-то задает вопрос, мы правду не хотим сказать. Глаза не смотрим. Боимся. Боимся. Глаза в суд бегают, а глаза не смотрят. Почему? Подел. Этот товарищ, господин, который стоит в зеркале, тоже такой, такой тип. Не будет тебе правду смотреть в глаза. Но не смотри еще на вопрос. Отвечай на вопрос. Какой вопрос? Действительно ли я хочу Бога? Тебе нужен Бог? Действительно ли ты тоскуешь по Богу? Действительно ли ты жаждешь? Подлинно ли твое стремление узнать, кто ты на самом деле? Тебе нужен Бог? Только сюда смотри и отвечай. Тебе нужен Бог или нет? Только честно надо отвечать. Положи руку в сердце. Подъек ранка чердец. Тебе действительно нужен Бог. Да, ты крылья тебе делал? Вопрос очень простой, я сказал. Ладно, ты будешь вопрос. Ты отца тебе вопрос. Все зависит от твоего ответа. Виска с приглотом того тайна. А если я скажу да? Хочешь испытать трудное? Об этом не беспокойся заранее. Тебе нужен Бог или нет? А то рейси дьяворня? Мне нужен. Ман рейси дьявор. Точно? Фиксей. Тогда вопрос. Окей, мне нужен. Верай, ман рейси дьявор. Я не знаю, где у меня тебя. Да ты ж не покури раз. Ты можешь мне рассказать. Скажу. Подожди. Где найти Бога? Кура сидела. Можно ли найти Бога в храмах, церквях и мечетях? Церкви, я мечети, я ученикласа. Или я смогу найти его в священной книге? Я расписан до ученикласа. Таких как Веды, Коран, Библия. Веды, Коран, Библия. Может быть, Бог находится в Индии? Но я вас радость в Индии. Я очень такое искаженное представление. Я работал раньше. В отделе Public Relations, где я был гидом, показывал им вокруг Будданаха. У людей остались мой телефон. Пожелали телефона. Однажды так случилось. Я тогда ты посетила? Матусудану пришлось улететь. Матусудану рекеешь скрести? В Австралию. И устали. С вами сказали, там будет сатсан. Посадили там, где будет сатсан.
И ты полетел, и я туда приеду. Я там уже. Турецкое гражданство. Ожидайте, а что там могут посуду? Все, Мадусуда Мумичев. Следующий день один товарищ мне звонит. Друга с нами. И спрашивает. Алло. С вами будто на ней. А с вами будто на Харе? Сабуты. С вами будто на Харе. А нам сказали, что он улетел в Австралии. Вы посадили, если ты в Австралии. Да. С вами в Австралии. С вами с Австралии. И только что сказали, что он улетел в Австралии. А с тобой ты? Будто на Харе. Нет, нет, вы мой вопрос не поняли. Нет, я смогла... Он будто на Харе или в Австралии? А если он будто на Харе, то в Харе? Я говорю, он будто на Харе и в Австралии. А что такое, если он будто на Харе, то в Харе? Вам не кажется, сэр? А мне отрадуется, сэр, я не смогла. Он рядом с вами стоит сейчас. И через вас говорит... Какие щены? Шли вы с условия, плюс долго? Оттуда ответа не было. Ищтяня, вот знаете, посещуки. Потому что с таким сумасшедшим, как я, поделся с утопишь противника. Можно зайти только с ума. Дальше не хейтит и китас в с вами не один раз сказал мне. С вами следят, как там. Мэг, бой. Сумасшедший. Ищ протеяс. Много раз он не писал. Без долго помог вас, Аня. Ну, каждый подарит. Это ты, а что, ты молодец?